Ну, видите, вот избирательный участок. На сам участок меня не пустили с камерой. Но я там насчитал 3 человека голосующих и где-то в комиссии до 15 человек, наверное. Не получилось мне поучаствовать в этом конкурсе лучших роликов. Запретила мне вот женщина. Встретила меня у входа и сказала, что снимать запрещено. Жалко, потому что хотелось, конечно, ну, показать активное участие. Это значит 176-й избирательный участок. Они скажут, а почему нельзя снимать? Ведь по интеру предложили людям, которые участвуют в голосовании, но выкладывать ролики, снимать. Почему запрещено? Ничего не знаете? Странно. А кто эта женщина? Почему она запрещает мне снимать? Мое голосование запрещает мне снимать. С чем это связано? Не, ну просто интересно, есть... Ну есть какой-то законодательный вот, или это не от себя? Это не в моей компетенции. Ну, работник правоохранительных органов, вы не можете правовую отдать оценку. Женщина, скажите, пожалуйста, а почему нельзя снимать? Потому что нельзя. Специальное разрешение должно быть. От кого? Ну смотрите, вот сейчас в подробностях, ну, Украину, по интеру, призывают людей снимать, как я голосую, свои результаты, показать, ну, заполненные выборочные участки. Закон Украины про проведение президентских выборов. Понятно? Так, то есть вы на основании его работаете? Да, вы возьмите его, почитайте. А вы конкретно не можете дать статью или ссылку, на которую вы сейчас ссылаетесь? Нет, конкретно не могу. Ну, то есть вы... А кто вы? Кого вы представляете? В смысле? Ну, кто вы? Вы как личность мне запрещаете? Или... Нет, я как голова этого участка. То есть вы голова участка, да? А я голова. А как вас зовут? Ирина Евгеньевна. Вы можете мне сказать, для кого вы снимаете? Я снимаю для своего ролика, для Ютуба, потому что я вам объяснил, что по интеру объявили конкурс, чтобы снять, как я проголосую, свой выборочный участок. Послать на конкурс, получить премию. Ага, ну все, ну тогда вы пролетаете. А что это я пролетаю? Ну потому что вы сможете сфотографировать только здесь, пожалуйста. Ну на основании чего? Ну на основании чего вот вы? Табличку, вы можете сфотографировать. Ну а почему? На основании чего вот вы голова?